В Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова прошел спектакль «Салан Кыз» по мотивам произведения Жусубека Аймаутова. В сатиристической пьесе показаны проблемы казахского быта прошлого века, изображена беззаботная любовь молодых. Подробности далее. В 20-е годы прошлого века Бейімбет Майлин, Жусубек Аймаутов и Кошкеке Мингерулы, их современники, стали основоположниками в жанре комедии. С помощью нее они обнажали проблемы общества того времени. Одним из таких произведений является пьеса Жусубека Аймаутова «Салан Кыз». В нем рассказывается о судьбе бедной девушки, которая ждала своего возлюбленного, который уехал учиться в город. Режиссер данной постановки Даурен Тойбазаров. В ту эпоху власти у женщин не было, они в основном все были неграмотными. Даже замужество девушки зависело от решения отца. Все это проиллюстрировано в спектакле. Но по моему режиссерскому решению в конце спектакля внесены небольшие изменения и добавлен новый персонаж. По мотивам спектакля главная героиня Батима ждет своего возлюбленного Максута, который уехал учиться в город. А отец – скупой человек, торговец. Дочь настолько потеряла интерес к жизни и даже не замечает, что пора выходить замуж. Не обращая внимания ни на кого, девушка хранит верность возлюбленному. Очень сложно играть в комедию и прочувствовать ее. Сам я близок к жанру драматической комедии. Конечно, когда становишься актером, нужно уметь играть любую роль. Сегодня я играю образ скупого человека, который даже не заметил, что его дочь замужем. Постановка призывает зрителя к более ответственному подходу в воспитании детей, не повторяя при этом ошибок отца девушки. Мадина Нуркина, Адиль Нуржанов, служба новостей.